Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас четвертый урок, и мы поговорим о таком частотном глаголе, как глагол to occur. Наверняка вы его встречали. И наиболее часто его значение – это встречается, возникать. Например, в данном предложении, которое я опять взяла из руководства Харрисона, это звучит так. In the US, more than 700,000 cases of sepsis occur every year. В Соединенных Штатах более чем 700 тысяч случаев сепсиса возникают, случаются, происходят каждый год. In the US, more than 700,000 cases of sepsis occur every year. Обязательно напишите в комментариях свои примеры. Опять-таки, если вы не можете их придумать или вы не встречали, погуглите, назовите какое-нибудь заболевание и посмотрите, как в реальной жизни используется данное слово. И обязательно проговорите вслух, чтобы запомнить получше. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, так как вас ждет много интересного и полезного материала.